Короче, к Тане домой должен был прийти ее парень, и она купила апельсины. Испетляла куда-то. И пока ее не было, мы все эти апельсины и слопали. Она приходит и спрашивает, кто первый съел мой апельсин? Я кричу, точнее, все мы кричим, Адам! А чего Адам? Потому что первый. И с тех пор тот, кто первый скажет то, что подумали все, мы кричим, апельсинка! Слушай, всегда мечтал так сделать. Блин, кислый. Ну, наверное, там будет сделать. Там мужик с собакой с ружьем.